Итак, приветствуем бойцов финального поединка. Фахрудин Шихкеримов, Ханты-Мансийский автономный округ. Синий угол. Красный угол. Ярослав Кук, Приморский край. Первый раунд. Первый раунд закончен.
Готов. Готов. Раунд. Бой. Собрано. Собрано пар. На носках, на ногах легче, легче пар. На ногах легче, ручки в бороде, согри плочки. Собрано. Все видно. Все видно. Двигайся, двигайся, сам двигайся. Вот так, не зажимайся. Делай свое просто. Закончен второй раунд. Ожидается решение судей. Единогласным решением судей победу одерживает Фахрутдин Шихкеримов, синий угол, Ханты-Мансийский автономный округ. Благодарим бойцов за красивый бой. На ринге награждение за третье место в весовой категории 77,1 килограмма приглашается. За третье место Данила Нарыгин, Омская область. Также за третье место приглашается Алексей Трофимов, Иркутская область.
Награждение проводит президент Псковской областной федерации ММА Аркадий Мурылев. Для награждения на ринг приглашается тренер победителя Сиражудинов. Итак, дорогие друзья, в весовой категории 77,1 килограмма. Третье место занимает Нарыгин Данила, Омская область. Еще один боец. Третье место Алексей Трофимов, Иркутская область. Второе место Ярослав Кук, Приморский край. И победителем в этой весовой категории становится Фахрудин Шихкеримов, Ханты-Мансийский автономный округ. Поздравляем победителей, благодарим вас за красивые и интересные бои.